І ще одна видатна людина, людина з великої літери, звернулася до Наді Савченко з проханням не повертатися до голодування. Народна артистка Росії Лія Хіджакова. Наш Сергій Смельчук зустрівся з нею після похорон Німцова, поговорив про Україну і привіз ось такі слова. Ексклюзивно для Наді. Наденька, дорогая моя, я восхищаюсь. Я не способна на такое противостояние. Так, как вы себя ведете в этой подлой, в наручниках провезли через границу, и теперь чьют уголовное дело за незаконное пересечение границы. У меня нет слов. Весь мир должен был восстать. Нет, не восстали. Надечка, я только одного вам желаю. Живите, пожалуйста, живите. Это очень важно. Это очень важно, чтобы вы выжили. Хотя вы для нас сейчас и есть вот эта ограбленная, расстрелянная Украина по чьему-то подлому проекту. Вы какой-то символ Украины. Пожалуйста, вы должны жить, как должна жить Украина. У вас большое будущее. Пожалуйста, живите, моя дорогая. Храни вас Господь.